В такую жару нужно быть особенно внимательным, тем более на дороге, тем более не рекомендуется грубо нарушать правила дорожного движения. Сегодня вечером, когда наша программа уже готовилась к эфиру, на проспекте Хасана Туфана произошла трагедия. На мосту напротив Джумбы сбили пешехода. Совсем рядом есть подземный переход, но мужчина, на вид ему около 60, выбрал иной путь. Ехавший по левой полосе в сторону мэрии водитель «девятки» не успел среагировать, а прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Травма несовместимой жизни получила, сразу он умер, да. Потому что из ушей, и кровь там вытекла. Из ушей полный рот крови. И все затылочные области головы сильные, большая рана. Вину мы не будем объявлять, но очевидно уже видно, да? В зоне подземного пешеходного перехода пешеход грубо нарушил, переходил в проезжую часть в неположенном месте, пока так вот будем говорить. Окончательно уж вину установит следствие. Происшествие привело к образованию в час пик пробки на проспекте Хасана Туфана. В свою очередь возникший затор спровоцировал сразу несколько мелких ДТП, в которых пострадало не менее 4 машин.